Вот с таким арт-объектом жители Десногорска решили сфотографироваться 18 марта в день выборов президента. И потом они скажут, что это не просто фотография. Они действительно любят Десногорск. Всего в конкурсе приняли участие почти 300 человек. 23 марта были подведены итоги. Участники, чьи фотографии набрали наибольшее количество лайков в социальной сети ВКонтакте, и стали победителями и получили ценные призы. Решила поучаствовать в конкурсе так неожиданно. Думала, дай попробую. Да. И была приятно удивлена, что жители проголосовали. Спасибо огромное. Я очень люблю свой город, потому что я здесь родилась. Это мой город, он мой родной. Приятно видеть, что город развивается. И мы надеемся, что с каждым годом он будет становиться лучше и лучше. Я увидела эту табличку, и мне она очень понравилась. Я люблю Десногорск. Ну, потому что я действительно люблю Десногорск. Это город воплощенных грез, как его называют. Действительно. Здесь замечательные люди, которые живут и работают, которые дарят свое сердце и душу этому городу. Подобные фотоконкурсы подтверждают, что десногорцы любят свой Атомград.